Дорогие друзья, всех приветствую! Вы на канале Волгоград Сити. Сегодня снимаем в обратном направлении автобусный маршрут номер 88 от поселка имени Максима Горького до ЖД вокзала Волгоград 1. Со мной на съемках сейчас присутствует наш подписчик Андрей, лифтерей транспорт Волгограда, ссылку я оставлю в описании. Покатимся на автобусе ЛиАЗ-5292.21, не знаю, 22. На нем же я снимал и другую сторону. Поэтому так, сейчас мы находимся в поселке Максима Горького. Второй раз, получается, я здесь нахожусь. Андрей у нас, насколько я понимаю, первый раз, да? Немного мы здесь погуляли, изучили здесь все да как. Побывали в одной из 9-этажек. Поснимали видео на его канал, да? Да. С кайфом. Спасибо, что принял участие. Всегда пожалуйста. Автобус приедет через 4 минуты. Сейчас у нас начинается вечерний час пик, время 4 вечера. Маршрут... За сколько он там приезжает? За 45, примерно там 50 минут. Поэтому ждем, когда приедет автобус. Итак, вот наш автобус. Вот он, красавец. Сбермаркет. Я, кстати, не знаю, ты тот самый лифт, на котором я снимал или нет? 58, если что, быстро заходим. Да, иначе сейчас все окна... Кстати, окна, смотри, какие прям чистые у него. Давай, выходи, давай. Ты так, да, надо сразу прям, а то не дай бог. Зачем? Мне там нравится. У двигателя? Да. Просто надо будут глазеть, что мы снимаем. Какая разница? Нормально. Или ты у кабины хочешь? Не у кабины. Все, наши места. Вот такой красавчик. Сколько автобусов? Все стекло, кстати, многотонированное. У нас ЛиАЗ-5291-122. Более новая штука. Какого он там года? Примерно 11-го, там какого? 14-13-го. Но при этом состоянии довольно неплохом. Да, кстати, он очень даже в неплохом состоянии. Он очень чистенький довольно. Реально, ЛиАЗ очень даже неплохой. Сейчас будет прикольно, прикинь, у него сама это будет работать. Будет вообще клево. Это было вообще бы шикарно. Так, ну у него сейчас будет, наверное, тут долгий довольно отстой. Поэтому вернемся, когда мы уже поедем. Итак, маршрут 88, поселок Горьковский, ЖД вокзал, Волгоград 1. Приятного просмотра. На ЛиАЗе 5292-22. Я 5, 5, 5.
Один. Ох, народ-то сколько. Тут человек, ну, 10 точно. Уже все места заняты. И много стоячих. Thank you.
хорошо, нам солнце не светит. И так мы будем ехать почти все время, вот в таком положении. Солнце светить не будет по кайфу. В отличие от 79-го автобуса, когда я снимал, я всю поездку солнце слепило. Здесь кайф. Ребят, это тот же самый автобус, на котором я снимал ту поездку от вокзала до Горького. Мы сейчас глянули по моему видео там. Это тот же самый автобус. Круто. Thank you.
Ё-моё, сколько народу, жесть какая. Прям давка целая. Мощно. Маршрут такой популярный, но на самом деле он уходит довольно редко. У него интервал бывает по 20, он бывает и больше. На самом деле было бы неплохо хотя бы одну машину еще добавить, потому что сейчас в данный момент 4 автобуса на 88-м, и плюс перед нами один сломался. Поэтому машин 5-6 на него, в принципе, можно спокойно ставить. Потому что маршрут очень популярный. Ну, вы сам видите. Уже его как раз виден.
Там уже трепто. А уж там
Отличный вид. Фура. Я думаю, можно встретиться. Нет, там... закрой, ты там зажал ее. Закрой, открой. Закрой заднюю. Все. Значит, смотри. Блин, давай заново. Все, Вань. Вот так, сейчас. Как ты там поступить? А что, у тебя мозоль? Да. Запятый не открыл? А, да, смотри, я сейчас просто снимаю, не очень удобно отвечать. Я думаю, да, можно встретиться на Пионерской. Андрей, пойдешь на Галитон? Можно. Да, смотри, мы идем на Пионерский центр, а оттуда едем ну, на четверке, я думаю, если он пойдет, едем на Голубинской, ловим Михаила. А, на Голубинской можно пешком дойти от Пионерского центра, чтобы там недалеко идти. Уверен? Если останется 5 минут, то приехать в Михаил Голубинск, мы не успеем. Что мы поедешь, да? Я без тебя пойду, окей? Значит, Антон, смотри, мы встречаемся, да, на
Пионерской, идем до детского центра. Если до приезда Михаила на Голубинскую будет нормально время, то пойдем пешком. Смотри, Антон, сейчас я посмотрю, потому что я снимаю, не очень удобно. Да, мы встречаемся на Пионерской. Только смотри, Михаил на Голубинскую приезжает в 17:24, поэтому нам нужно в 17 с тобой, в 17:10 нужно уже встретиться. Я сейчас не знаю, где ты вообще, поэтому давай там готовься. Если не успеешь, то вылови нас где-нибудь на остановке на промежуточной. Мы будем ехать в Желгородок, а ты нас где-нибудь выловишь. А там сколько? Ой, еще один ляс.
На 88-м. Вообще, как раз планировал на МАЗе снять, но, как мы видим, не сдалось, потому что, ну, он, видимо, только-только выехал на этот, на линию. Мы бы его ждали очень долго. Мы в общей сумме собрали уже 180 тысяч рублей. Осталось совсем немного, поможем девочке. Спасибо огромное. Удачного дня. Удачного поездки. Сразу, но за нами возвращаемся. Я просто как-то...
успеешь. А? Не успеешь. Чуть вечернее время очень много сил есть. На шинке выезжают на линию. 23-й, наверное, уже. Я сейчас, когда приеду на вокзал, я еще нервно где-то буду близко 9 или 8 к. Хочу на 0-1. 7-682. Вау, закат красивый. Небо такое еще прикольное, облака интересные. Красавец, красавица. Собор Александра Невского. Нам встретился, вот четвертый в этот пятый. Что? На современнике он только выехал из парка. А? На современнике, если нас мы встретили, он только выехал. То есть он только добавился, ну, уже. Знаю, нам три встретились. Это на максимум. Ой, thank you.
Итак, это был автобусный маршрут номер 88 в обратном направлении от поселка имени Максима Горького до ЖД вокзала Волгоград 1. На автобусе ЛиАЗ-5290.22. Сейчас я как-то на аватарку встану. Вот так. На этом все. С нами был наш подписчик Андрей. Ссылку я оставлю в описании на его канал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании, и присоединяйтесь к чатам. Всего вам доброго, пока.